Я Миш Гребенщиков. Что, не узнали меня, что ли? Господи, Миша. Ну вы даете, вообще смотрите куда-то, как будто это не я. А я только что признался ему в любви. Он один из самых обаятельных людей, которые выросли на моих глазах. Я помню, как ты рвал стадионы. Если вам понравилась на вернисаже картина, не спешите знакомиться с художником. А вы вообще не меняетесь? Да? Дмитрий Анатольевич Фомин. Я. Я вообще считаю, что музыкальная журналистика умерла в России. Я могу писать, а могу не писать. В лес не увозили, но, видимо, вывести могли. Рахманинов, Шнитке, Прокофьев, Шостакович, я перечисляю только. Получается, и тату. Спасибо. Чем же он вас укусил-то? Зубами. Просто если раньше все-таки оценивали больше музыка, то теперь интересует, кто пидорас, кто не пидорас. Вот это главный вопрос. Спасибо вам большое, что вы были в этот вечер со мной. Я надеюсь, вы прочтете эту книжку. И пойду на ночь, не то что искать.